Да, бусты сделаны. Ладно, я записываю демку HLTV. Так, все, запись идет. А, ну они, кстати, эти, Козин Климберс, близкий раунд, ебать, как я понимаю. Дерево, спаун. Ну, хотя, так, ну что, спаун, да, у нас кстати, пошла жара. 4х дерево есть. Так, все, она стоит. Где Веслер? Веслер, вижу. Какой ник у кого, кстати, может выйти? У Веслера ник Скази, у Блейда ник, ну, Блейдес. Тем временем, там зарубили челика уже. Скруджа G402, у Нестра Джамшут и у Трикса 666 Прада. Снимают дерево тем временем, ребята. Мы так поняли, да, ХЛТ немножко пролагало, у нас первый раунд немножко прошел. Ну, минута 35. А, с этим моделечки тоже поменяли. Кстати, достаточно быстро дерево снимают. Да, достаточно быстро. Так, тут чел перепрыгнул вообще, ушел на дамаг жесткий. Блейд тут попикал пацанам. Веслер на этой сидит на скале. Ой, как, как спалили Блейда. Как спалили Блейда. Все, ласт Веслер остался. Ну что, ласт Веслер у нас на ТРСПе. К нему уже лезут пацаны. Минута 10 на таймере. Так, спалился. На самом деле, вот мне удивительно, что люди не понимают, что вот, ну... Когда такая система, самое главное не руинить раунд. Ну то есть тебе да, не нужно не выигрывать. Просто тебе не нужно, ну там жить, допустим, до 0.20 каждый раунд. Ну у него сейчас 100 хп. Он условно может спокойно уйти дальше. Он походу это сейчас и сделает. А, нет, уже не сделает. Сори. А, он падает в воду. Бывает и такое как бы. Ну, когда у тебя текстурки не видны под ногами, да, не так легко. Бывает, да, бывает, ладно. А прикинь, они у него видны, он все равно упал. 3 минуты 17 секунд взяли пацаны в раунде, довольно неплохо на самом деле. Ну. Да нет, очень плохо. Ну, опа, а вот и страты, пошли у нас от Кози Климберс. Ой, это жесткие, смотрите, смотрите, это жесткие страты. Что происходит вообще от типов? Смотрите за этим, все там за гусем, смотрите, да. Так. А, ой, почему он один залез? А, подожди, ну дальше пока флешечки отлетают. Второй так, они потом идут на РБ сразу же. Профейлили РБ, пацаны, жестко. Хорошая страта. Хорош, не, там другая страта была. Короче, хорошая они страта. Профейлили все, что только можно, вообще. Ой, блядь. Знаешь, что страта топ, блядь. 5х нет, блядь, у типа 4 хп, двое сдохли за 15 секунд. Настя, давай 5х сделать, понял? Реально все печально. Холтно и на мосту еще одна текстурка. Так, получилось, аутсайд, тут кто-то фейлит. Ну и вроде тренили это делать. Очень жестко фейлит за ним какой-то челик. Кто-то был это. Видимо, к победе идем пока. Да. Хорошая стата, 3-13, все сдохли, одно дерево. Да, это печально. Нет, да, вот такие берет, это же нормально. Ну вообще, как бы, у них задумка была неплохая. Они типа бросают флешечки, да, типа на мосту. Делают РБ нормально, и потом на мост. 2х, ну... Такое. Подожди, какие 2? 2-5х они собирались делать, да, если они делали... Они через РБ, братишки. Через РБ делают. Там через РБ можно делать. Так. Залететь на это. О, тут чел падает, просто разбивается. Так, пусть они снизу снимают, нахуй они сверху снимают, я вообще не понимаю. Да, тут в принципе без разницы, можно и... Ну там один тип сверху может залететь, как бы. Смоки серьезные. Да, бля, лишний риск какой-то, нахуй это делать. Да. Снизу, блядь, снимайте, да и все. Сейчас после этого раунда мы закроем ставочки. Че, я поставил или нет? Дерьмо. Не знаю, братан, ну как-то они дерево я, пипец я не долго делают. А теперь они вообще неправильно делают, ну че это, блядь? Они очень долго делают дерево. О, неужели он запрыгнул? Я же говорю, да, вот такие берет. Ну, просто да, они могли... Да, спокойно бежит. Ну, сделать просто идеальный раунд. По-быстрому. А, он просто еще упал. Дава не берет такие. Бля, на это больно смотреть, если честно. Вообще пиздец какой-то. Я смотрю за Веслером. А у типов тоже смотри, какие страты. Какие они 5х сделают, уверен, с другой стороны. Бля, победная страта. Давно я не видел вот этого буста. Вообще так давно не видел. Это реально на 10. Может, они в угол втроем сядут? Сильно. Бля, а в чем смысл вообще? Так, два типа уходят у нас на ТРСПУ. Они будут ветку делать, что ли? Я, да, ветку. Да, делают ветку еще и причем. Я, может, пиздец, тупой, типа, ну... нахуй это делать вообще. Да, но по факту ты не сделал буст на... хорошие флешки, тут никого, блин, не флешат. Ну да, они только свое место поебали. Веслер остался последний, который на земле, и... А, так, смотри, я, ветку давай сделали. Пользователям посмотрим, что он будет делать. Что он делает? А, ну вот так вот и сделал пацан. Как бы там слышно было, типа, он реально далеко шел. Ну ладно.
Бывает. А, они уже 5x пытаются снимать. 5x что-то там снимают, да. Смотри, они в окне? Они в окна залазят? Это что, 2005? Они сделали дерево, SCG получается, да? Да-да-да, чел на SCG запрыгнул. А, ну так смотри, они про... А, они просто бывают... Они хотят два окна? Смотри, два окна. Два окна, окей. Ай-яй-яй, там еще чел падает. Гусь без заноса, один хп, ебать везучий, конечно. Сколько у него? Один хп у типа, ОМГ. Думаешь, как он поле, бля, забрал Лука на боку? Так, где Прада? Прада у нас бегает. Вот это интересно, на самом деле. Да, два типа в окнах, один на дереве и... На скамейке. Прада бегает. Твиммер, дай тебе очки для ставки, брат. Чисто тебе даю, братишка. Так как ты просишь. Мне кажется, вот именно в два окна это такое себе. Так. Почему выпрыгнул с окна? Ну, типа, дал 5000 тебе, братишка. Ну тогда уже, ну, позиция чела в окне, она просто бессмысленная из-за того, что другой лежал. Ну посмотрим, два типа осталось на слайде у нас. Она куда-то окно прыгнула, блядь, из-за него. Может он хочет прыгнуть ему на голову и перепрыгнуть на другую сторону? Ага. Так, ну тут уже сейчас будет Габелла, типа, если он сейчас кинет его... О май гэ... Что происходит вообще? Бля, как? Это, конечно, ебаный пиздец. Да не, ну тут заливная пока что. Бля, прикинь, сейчас... Ой, блядь. Да нахуй это делать вообще, типа, попробуй скинуть уже. Что, Блэйд остался на дереве, Прада у нас на 3 респе. Голову типу и не садишься, ждешь, пока ты в окно вставишь. Да, какой-то рот. Да, ну это смешно, конечно. Так, тип уходит просто на Б через разворот. Смотрим за Блэйдом, что он замутит тут. По красоте. Мисти, брат, даю тебе еще поинт и все. Смотри, у него хороший раунд. Ох, ебай, на Бэй не спалили Блэйда. Ууу, печалька. Блэйд неплохо сыграл сейчас. Развел, конечно, сказку. Ну, это сказка, как обычно. Просто легендарные чеки. Тем временем, Прада у нас на Т-респе. Пусть игрок стоит и ждет чела на скалу. Но он не знает, что он уже на скале. Блять, что с ним А, они не хотят чекать. Они не увидели, да, скалу? Там же чел пробежал. Ну, они не хотят чекать скалу просто. Да, не хотят. Ну, заливной раунд очередной. Ну да, походу, в ёбаный. Но они играют хотя бы, типа, красиво, как я понял. То есть они там стратегию делают. А, я просто не посмотрел. Нормально МР стоит? МР. МР нормально все. Да, МР нормально вроде. Да, 14 раундов. Пока что, о, пока да, что... Блэйд, да, Блэйд. Блэйд еще и убили. По нему есть 27 хп у него, если что. Ну хотя бы пару секунд засейвить. Ну смотри, таймер 20 секунд, забей. Гусь да нет, на скале. Флешечку просто кидаешь. Ну. А, о, он... Бля... Что происходит? Я хуй знаю, честно. Это вообще... Заготовочки, ребят, смотрим. Ну что, смотрим заготовочки дальше, вот типа... Бля, кто все удалял за первый, блядь, интересно. А, у меня... Да, провисли на 0 ХЛТВ. Так, смотри, опять они делают эту страту. А что этот чел делает, который сверху? Вот, они интересно. Бутербэй делают, типа... Да, я тебе он за... What the fuck, смотри, что? Смотри. Охренеть! Почти, они почти сделали через дакбаг. Вау. Я говорю, это жесткая страта. Это было бы максимально не, шикарно, ну смотри. Жесткая, но она очень рисковая. Вся суть так, не-не-не, мы просто видели, как они тренили, типа там, да. 100 из 100 практически залетало. Обалдеть, красиво было. Да. Ну, нормально. Если летело брокколи в рот, блядь. Но тем временем они сделали РБ. Они сделали РБ на 5х. Ага, охуенно, только 2 дохлых, блядь, и у гуся 28 хп. А прикинь, они бы залетели на мост. Это ГГ. Да что? Почему ГГ, блядь? Ну вот почему ГГ? Смотри, чел, который делает с ним РБ, скорее всего, он мертвый. Как бы еще только что повезло. 80%. Когда он берет слайд, чел, который, да? Делает с ними РБ на 5х, он тоже, вероятнее всего, мертвый. Все понимают, ну, какая у него позиция. Так, гусь смотри, хорошо разворачивается. И вы 3x5 играете с бустами. Гусь, к сожалению, не ушел. Но в чем вот сложность снять мост с пятером? Вообще никакой сложности нет снять мост. Чел, ты там это мне говоришь? Снять. Я только что смотрел Инферно, где типы до печки не могут долететь. О чем ты? Не, ну да, ну... ну бля, да. Это если раки играют, ну тут вроде они и те, и те нормально катают. Ну то есть... Страда мне... красивая, но она бессмысленная вообще. Ну, я кстати, не знаю, я с тобой вообще не согласен. Чел, ты сделал буст 5х на мост, сделал ну, сюда 5х. Ну давай, сделают эту хуйню, и мы посмотрим, как давай, это... Давай, давай, посмотрим. Мне кажется, это будет, ну, прям 100% раут. Мне тоже так кажется, на самом деле. Мне кажется, там вообще никак. Он, да, он возьмет какую-нибудь ветку еще, он соло, как сейчас вот. И... Да, он возьмет еще, блин, дерево и до свидания.
Смотри, тоже закинул себя. В окно, пацанчик. Нормально. Привет, как? Ну там три типа сейчас будет. Ну, а, он уходит. Я завес. Ой-ой-ой-ой, как печально. А нахуй? Слез? Нет. А, там есть чел. А, ну ладно. Там. Есть чел на слайде. Не снизу снимают. Ну там 52 хп. Просто в голову Прада увольняет пацана. Ну они с такими рофами проебут игру сейчас. Они прям очень много. Пока 2 минуты расставания, ну разница не такая большая. А, они опять идут на эту. В смысле 2 минуты? 3 минуты? 3 минуты, 3 минуты. А, 3, сори, ребята, там 7 минут. За кем смотрим? Скажи сразу. Я не пойму, блядь. Нахуй я отсюда буду сделать? Я тоже не пойму. Он сидит под серфом, блядь, ну под этой хуйней, это пиздец. КНС 2020, чисто. Учимся быстро делать. Там шут там что-то лагает немножко. Не сделали ветку, пацаны, да? Они просто ходят на ТРС. Ты респа? Уверенно все? Мне кажется, они будут на скале дерево делать. Мне кажется, они просто и будут будут на бусты делать. B2X. Ооо, тут еще и на B2X делается. Они вроде делают дефолтные бусты, но они выигрывают из-за них. Да, дефолтные бусты, они максимально правильные. Ты думаешь, почему они дефолтными стали? Потому что эти бусты, они самые правильные, больше всего времени забирают. Блэйд, не-не-не, мне кажется, тут раунд вообще забеет. Как они возьмут уже? В смысле не возьму? Ну, чел, какова вероятность того, что прямо сейчас пойду чекать Б? Вот прям 2х. А, ты имеешь в виду КТР вот не возьму? Так, скруч немножко зафейлил. Да возьмут, я думаю, раунд. Я думаю, да, КТ тоже возьмут. У них хорошая позиционка. Сейчас найти Блэйда надо, найти на Т-респе. Вот кого-то сейчас брокколи подходит. Человек эту ветку не видит. Не, скамейки чекают. Ух ты, это странный спот брокколи чекает, но молодец все равно. На Верочку. Так, и брокколи, он просто уходит. Он даже не залез на Т-респу. Окей, нормально. Я думаю, чекнут. Тут на Б смотрели. Вот то, что они делают на скамейках, это вообще какой-то пиздец. Типа, они 30 сек там въебали. Да. Печально. Меня попросили передать Валентину, что он аферист ебаный. Очки сломаны у него, не даются через команду. Спасибо большое. Брат, сори. Не, ну это сити раунд, мне кажется, уже. Я говорил, просто на Б никто не чекнет его. Да дело не в Б, а в том, что они хуйню делали. Они даже Т-респу не чекают. Они не чекнули, типа, на, ну, дефолт они нашли, на, типа, смотри, его ханчик. Нашли, типа, на... Хотя, да, мне, типа, они, видимо, въебать решили, не знаю, по прикольчику. А, джемпшута нашли на... Боятся на хатвай попадают, как я понимаю. Ну, еще не закончена игра, как бы. Ну, это уже очень близко к проёбу, уже такое преимущество, это пиздец. Хорошие, да, киловит джемпшут, вообще ой, шикарные. Но после такого дамага. Сложно комбэчить. Вот на Пиранессе, ну ты не выиграешь раунд за минуту, по факту. Ну хотя бы он... А что, Блэйд живой еще? Блэйд на 2х? Да, Блэйд до сих пор на 2х сидит себе, чилит, пацан, вообще нормально. Нет, ну вот они если сейчас зафейлят на текстурке... Нет, они уже не успеют, мне кажется. Так, да нет. Так. Уверенно на мост. Немножко застопорились. Бывает. Фейлы. Блэйд у нас сидит на Б и все. Бля, жаль на самом деле. Ну, типа, нормально разминцевался даже. Он просто вальнулся в дверь. Двоих не будет чекать? Я, кстати, столько видел. Чекнул. Столько видел раз, когда челики просто ударяются. Это обидная фигня. А, я ушел, ладно. А нет, я думаю, чекнут. Я говорю, вот тебе, пожалуйста, 2х буст на Б. Да нет, они его чекнут, времени много проебали. Да какая разница, уже 50 секунд осталось, типа... Ну тут дело не в Б пусте, а в том, что они скалу не чекали 2 минуты, а не чекали. Они скамейки чекали, блядь, 40 секунд. Гусь опять ловит флешки. А, и падает вниз. Обалдеть, ну пока провально. Если раскручь... На ластабах. Бля, бывает, ну XXX, пар XXX. Да бывает всякое. Да нет, типа, пира такая мапа, тут особо фрагов не наделаешь. Блэйд вон там еще разворачивается вот эти. Забей. Ну что, смотрим на заготовочку следующую от Кузи Кламберса. Что там будет? По таймеру это, конечно, жесть, 7 минут. Третий раз делаю? По таймеру 7 минут. Опять это, сори. Нет, что-то не то. Сказка сел в дефолт бус, а эти пошли на мост. А, сказка сел в дефолт бус, а эти пошли на мост. И что? И что дальше? Они не успевают. Они... Как они делают? Походу сказка что-то затупила, дура. Он на скалу пошел. Так, РБ там происходит у нас. Бля, я бы хотел, чтобы они еще 5х зафейлят, не ебать мемно не было. Так, брокколи. Диманчик на СГС эти пролетел, вообще красиво. Ну пока вот хоть немножко живы, пацаны.
Там кто-то упал? Не-не. А, мне показалось. Дима, аутсайд неплохо. Ой-ой-ой, брокколи какие ловит. Хорош, брокколи. Попасть на... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, Дима, найс трай. Вот я и говорю, минус этой старты. Вот человек, который делает РБ, он уже труп. Уже все знают его местоположение. Если бы они делали РБ на мосту еще, ну представим, они его сделали. Человек, который падает на проебывает все ХП и труп тоже, скорее всего. Ну, где-то заходится сможет как-то. В чем охуенность этой стрельбы? Мапу пикали Кози Клампер? Ага. Не получилось. Просто встал АФК. Давай, бля, домой. Вон, смотри, смоку развел его. Так. Ой, хорош. О, флешку поймал. Флешечку поймали. Я смотрю за Веслером, ну-ка, где он есть. А, он потерял его. Ну да, там просто через флешку. Флейм развел, да, пацана, в смоку чисто изи. Ну это Флейм берет такие раунды. До дерева не долетел, он взял. О, с БСГС или чисто уверенно. Ай-яй-яй, поймали, поймали, пацана. Там еще какие-то стабы вот по аутсайду слышим. Так. Не, все, они вот если они сейчас, ну, не выиграют этот раунд чудом, они уже проебали игру. Тут же пиздец по таймеру. Аутсайд блочит типа на слайде, что? Не, он уходит, уходит. Хороший слайд. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сюрфит от бога, блядь. Дуэля похуй, дамаг просто. 23 хп просто у чела. Сказка на скале? А, и они вдвоём, они... А, это ветка, всё точно. Бля, вот они надеются, что их не зачекают, да, чем это сказка? Либо, может, так не очевидно. Ну, если гусь уйдёт... А. Не-не-не, сказка помогает ему сейчас уйдёт. Ну, у сказки нужно уходить как-то. Я не знаю, чего он ждёт так долго. Залезает он. В окне чел стоит. А, ну всё. А, залезть не может, да? Егор, Егор, давай. Залезнем. Он еще ловит тачбак! Он тачбак словил и дал флешку типу. А, нет. Тип словил тачбак, об эту фигню забей. Давай, Егор, на созвоне, Егор. Ебать, сказка, конечно. А ничего, что там, типа, гусь дает инфу какую-то? Не, ну, я не понимаю. Почему не прислали дальше? Ой, он... Ой. Неплохо гусь попробовал сделать. Найс трай. Неплохо, неплохо, найс трай. Неплохой разрыв, блядь, в 4 минуты. 4 минуты. 4 минуты разрыв между командами, да. Ну, нет. Они бы пикнули игру в тупса, мне кажется, даже на нем выиграли бы. Там нормальный. А там Габала была бы, мне кажется, на руфике. Я не знаю, зачем они пикнули при Анессе. Показать страту, ну типа неплохо на самом деле. Настя, это парень. Да, но просто. Это хуйня полная, это такая дрочь. Фишка в том, да, что если ты фейлишь 1-2 раза, все. Отыграться. Нет, есть такие карты там по типу пиры. Почему они имбовые для террористов? Потому что тут бегать за тебя можно. Если твою позицию не знают. Но если ее знают, ну, она бесполезная карта. Ну типа окей, у тебя есть 5x, у тебя есть дерево, у тебя есть 5x на мосту. Но два чела, они уже мертвые на 80%. Так, тут опять долетает блэйд дерево. Дерево. Два скала. Ну смотри, 5x быстро сняли. Вот 5x ну сейчас вот, быстро сняли. Ну вот, они натренировали бусты. А играют, блядь, хуёво. И все равно с толку от этих бустов, если, блядь, челы не отсекают никого. Ну да, по да нет, там... дело не в отсекали. Мне забанили. Страта бессмысленная сама по себе. Я прям уверен на 100%. Просто миллионы флешек взлетают. Еще два типа там сидят до сих пор на скале. Да, просто два челика чилят тебе вообще нормально. Бьют да, классик. Никто снимает, потому что. Никто не снимает, тебе сидят спокойно. Что, два окна прыгают они? Так, один уже отъехал. И второй тоже сейчас отъедет. Ну, минус два есть. Ну, 2.40 на таймере, как бы. 2.40. Ну, мне, на самом деле, страта с двумя окнами не нравится. Мне кажется, лучше уж в одно окно, ну, вдвоем падать, там сложно порезать, типа, упасть. Сигзоныч, или как там у тебя никнейм? Да, тут только одна мапа будет. Ой, там еще зафлешили, просто... Ой, там Веслер не долетает у нас. Падает жестко. Что, уйдет? Да, пока уходит. Они не слышали, может, его. Ну, я не знаю, там что-то фейл какой-то произошел. Непонятный. Ну, там Блейд до сих пор, Веслер уходит на мост, как бы, я не знаю, тут... Две минуты на таймере. Да, ему просто шкериться надо, Веслер, да. Блядь, набывать. Тут фишка даже в том, чтобы просто время потянуть. Сейчас пока Блейда, типа... А, да, они уже в преимуществе, им просто тянуть время справа. Немножко, и все. Вот чел сейчас уйдет, ух, СГС какой мощный. Моща, моща. Смотри, какой сейчас встреча будет.
Ну, СГС нормальный был, как бы, после слайда такой. Это волнение на миксах, когда ты играешь, ты так волнуешься, поэтому... Это 1-3, Джека, чё вы гоните, нормально? Не, ну, конечно, фейлы здравые. А, да, 1-3. Чё, Блейд на ветке? Я бы играл на верочку, типа, на команду, я бы на его месте пошёл бы на текстуру, потянул бы время. Ну вот Весель пытается пройти на Т. Весель просто весь уровень. Да, Весель равно ждал, если прошивая инфа такая, типа, то ему просто на скалу нужно идти. И всё, сейчас. Так, тут ещё и Блейд уходит на Т-респу. Они что, пойдут вдвоём на Т-респу или что? Не-не-не, он не пошёл на Т-респу. Не-не-не, тут Весель на мосту, его пока не палят. Так. Блейд, пошла жара, идёт к своему. По радару чисто. Что, не хотят сделать? Они что, ещё будут РБ делать? РБ? Это что, рофл? У них же ХП нет ни у кого. Ой, ну делает Веслер РБ, найс. Блэйд. 23 хп рисковом. Ну я, кстати, хуй знает, стоит оно того или нет. Да. Мне кажется, больше управления. Но времени много заберёт всё равно. Да, дофига. Ну там просто втроём пацаны сейчас упадут и всё. Ой, да забей. Смысла нет всё равно, потому что... Ну ХП нету, чтобы уходить ещё там маловато. А нет, там чел пизданулся или нет? Не-не-не, он там есть. Ну тут и чё, и что дальше делать? Так. Бля, мне там кажется, уже, конечно, никуда нельзя было уйти, по факту. Таймер, конечно, сильный. Таймер сильный, даже очень сильный. Причём пол игры уже сыграно. Четвёртая попытка у пацанов. Мне кажется, они, знаешь, им за 3 раунда нужно будет отыграть 4 минуты где-то. Ну они просто придерживаются плана. Бля, я хочу, чтобы они сделали, просто показали им, что ну, это такая уебищная страта. Даже если, ну, не знаю, как против кого сыграть, что это вообще... Не зафейлили опять пацаны. Да, это опять третий раунд, походу. Вот этот сказка, он умирает всегда. Смотри, Димон делает РБ, у него 20 хп. За ним уже погоня. Все, они остаются, вот, 20 секунд, они втроем. Представь, вот есть РБ на мосту. И что, блядь? Вот что? Что это меняет? Ты опять умерли, что? Только свернулся. Да. Ну типа они всегда будут умирать, ты не можешь выжить там. Опять пытались делаешь... это делать, да? Да, ты делаешь РБ, тебя чел на убивает. Ну, 90%. Так, ну, давай. Только давай. Если флешечка. Дава слайдик. Палят. Дава слайдик. Хорошо. Бать, изи для Дава. Легкая. Че, Жека? Давай. ГС. Дава. Все раунды сидит на ветке. Да, опять встреча, ну тут произошла, просто челик его подождал спокойненько. Нет, тут походу конечная для Кости Климберс. Ну что это? Ничего, зато старта охуенная. Просто нереальная импактовая старта. Блять, храни двух своих, зато два буста будет. Охуенно. Скар, ты можешь чекнуть телегу, я тебе написал, да. Передать информацию. Я не понимаю, зачем они пикали Пиранесси. Это офигеть да, какая... Они думают, что это старта имбовая. Вот не, они думают, что это изи. Ну типа... Но по факту вот как получается, они фейлят. Да нет, для них-то это изи, наверное, не получается. Бывает такое, типа накапить элитов небольшое. Бля, они мне также про Рутубс говорили, что имба старта на хп, когда вы, блядь, с хаджи делаете эту хуйню, дамаг падаете. По факту дрочи, а не старта. Просто старта на проеб раунда. Времени много забирает, но раунд проебешь. Флешечки залетают, джамшут работает. Тыгай, валёк. Аутсайд опять без хп в окне. Окей. Всё, разобрались. Ну, аутсайд в окне, минута 54, я не знаю, о чём он тут. Он говорит, сделался. Да нет, ну тут уже всё. Хорошо. Плейт себе зарабатывает уже. Да, 6 минут, да? Ну да, неприятненько. 5. Очень неприятно, но учитель вообще ничего сверхъестественного не делают. Вообще, они просто... Фишка в том, что Кози Климберс по факту сами себя залили катку. Ну, по-другому не сказать. Не знаю, чем они в пиру пикали, у них много нормальных мап были. Да, их был пик. Да, они на пире могли нормально сыграть. Но они хотели показать страту, пацаны, вот и показали, пожалуйста. Ну, покажите её. Так, опять делается дерево. Нормально. Ну, должно же прийти осознание, что вы просто хороните двоих своих, типа, вот такой хуйнёй. А может отрабатывать? Ну, сейчас Вейсер уйдёт... Да что отрабатывать? Страта дерьмо. Уйдёт спокойно сейчас на дерево. Нет, тут за ним сейчас погоня будет. Так. Не может сделать дак, нормально. Дальше. Как его не убивают? Там флешки, походу, залетают. Так. Ну, уходит Двессер на дерево, как минимум. Ну, они вообще, ну, ни Бенни не отсекают. Да. Терец дерево успевают, они сделают, пиздец. На скале чего есть. Охуеть. Да.
Как же все хуёво. Он сейчас еще просто в окно идет, по факту. Они на КТ идут, походу, да? Или да, просто они? В окно уходит, и можно сейчас да, развернуться, они пойти РБ. Танк будет, да. Танк сделает вообще. Ну, не ХП мало, не знаешь, какой танк делает. Да. А, нет, там еще КТшники есть. Ну, смотри, они сейчас все идут туда, в ту сторону. То есть, мне кажется, лавочки, да, будет самый правильный вариант. Скамейки? Что-то долго да, скамейки, думал. Скамейки. Лавочки. Скамейки, не знаю. Не-не-не, тут тоже раунд залитый. Если они прямо сейчас сделать с первого раза... Они не будут делать, они уходят. Там упал КТшник. КТшник просто упал. Блять. Это топовый гусь был, если чё. Веси разбегается на Б, тут на мосту у нас. Так, Прада первым... А, Джамшут, посмотрите где. Джамшут уже на Б чилит себе спокойно. Да, я тебе сказал, что они Б был сделали еще в начале раунда, блять. Сори, пацаны. Ну, Валёк на лавочке смотрел. Сори, мужички, да, я смотрел на другую игру. Блейд у нас нахан сидит на... Нахан двигается и гранатами шумит. Ну хотя похуй уже, да, они уже выиграют. Да, мне кажется, уже ты можешь просто рофлить. Да, уже такое не отыграется чисто. Они, кстати, даже, по-моему, не поняли, что на Б буст есть. А, да. Хотя чел, тут... чел пошумел, они даже не осознали. Так, чекни беседу на. Сейчас, там, Блейд уже умирает. Раз, тебе все, сказали, давай, тебе давай, сказали давай. Меньше материться, ты понял? Ну, типа, реально, да. Давай, приубай в обороты. Ну, на Твиче админ мне написал, чтобы ты поменьше. И про черномазых тоже не шути. Да, да. Так что давай, Владос, сбавь ну, темп. Ага. Меньше, сбавь темп реально, типа. Пруфу, скинешь, окей. Сейчас скину тебе пруф, брат. Про маты это точно пиздёж. На Твиче маты... Смотри, смотри, где Скрудж сидит. Так, Скрудж, бихопчик, поперли, нормально, кстати, разворотик прикольный. Ну я легкая для него, легчайшая. Ну тут, тут как бы читаемо. Джамшут, чекну. Минута, ну, да, вроде как чекну, бы. Смотри. Дава чекнет. Видимо, не чекнет. Так, не подожди, чекнет. Про кого мне не говорить, Фантом, про нигеров или про кого, я не понял. Ой. Осуждаю, осуждаю. Одобряем. Джамшут у нас сидит на Б, и это очередной раунд, мне кажется. Копилось... Ча-ча-ча-ча-ча-ча. Да. У меня вопрос к стримеру есть, мне в стрим написали. Привет всем, роды. Кого вы больше ненавидите, нигеров или пидорасов? Осуждаю. Осуждаю. Они делают двоих с БЛОБ, что ли? А тут уже, мне кажется, они немножко да поплыли. Нет, мне кажется, они реально поплыли. Мне кажется, не в тильте, реально, они там машина в ТСК не происходит. Блин, вот а что делать? Вот если я из Украины, я гей, плюс я люблю ебаться в жопу. Вот что мне делать, Фантом? Не говорите об этом. Да, чел, давай осуждать тебя, будем просто вот пока дать. Не, я честно, в смысле осуждать? Ты что, не уважаешь меня и мой выбор? 10 минут разрыв, осталось играть 4 раунда. Я не знаю, как его вытащить. Мне кажется, уже нереально. Потом, подожди, вот ты говоришь, осуждаешь, а ты что, ну, осуждаешь гомосексуальные связи? Че, все, пошел в жопу. 10-0 нахуй, любого из них. Смотри, они решили сделать дефолтик. Посмотрим, как у них такой раунд хотя бы пойдет, правильно? Так, что у нас тут по фрагам? Наконец-то они дефолт решили делать, а? Да. Сколько там камера? Я не думаю, что здесь возможно уже. Консоли посмотрели. Да не, у них там 10 минут разницы. 9, 10, да, 9. Да, 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 тут уже никак. За если два раунда только, если они только они за два раунда не будут забивать. 4 минуты, пацаны, да. Если они выиграют. Нет, даже не 4-5. Так, тут два КТшника, Вестер и еще кто-то, нормально. Смотри, они, короче, на мост подошли. Три типа на мост подошли. Смотри, они, вроде, они будут это делать, вот походу, да-да. Нет. Ай, найс трай. Не долетел. Он еще H-баг словил! АПКТ. Он H-баг словил еще, боже мой. Димон, найс подзай. Почему по Димону инфа есть? Нет там чел, не видел его разу? Не знаю. Да видел, по идее? Не видел. Вот так. Он к маме или че, я не понял? Егор не идет. Егор чисто 1-6. Минус пусть. Вот еще КТ. Вот так, к маме, блядь. Боже, там радости полные штаны у пацанов. Забей. H-Bug, Summer Cup. Не ожидали, кстати, что в одну калитку так вынесли. Егор. Мне просто Егора жалко. Посмотрите на его в тап, просто нажмите. Че? 1-6, парни. Да нет, таймер же не показывает все равно. Да, счет тут. Может у него ассистов 10 штук? Да, 10. Точно. 15 чисто. Застелили все, что можно. Крысы.
Это не просто Егор. Каутсайд. Каутсайд попёр. За ним погоня. Пойдут в скалу чекать. Кто за аутсайдом бежит? Сайдом Вестер догоняет его. Нет, пока что. Я смотрю за Вестером. Пока что нет. Смотри, ради бога. Там потерял пацана. Сказал. Ради бога. Сейчас дава будет просто нереальный рассмот на текстурке. Так, пошла жара. Рабочая. Там спалили наконец-то типа. Блэйд сейчас с СГС вылетит. Не, не вылетит. Хуже дава тут пока один на один мотает. Ля-ля активляет. Напишешь, как получится бегать. Интрикс там. Против давы на этой текстуре нет просто. Только на хому может ему какой-то этот. Тем временем там тоже аутсайд как бы бегает неплохо у нас. Разворотик и всем. Они сделали дефолт и уже прожили больше по времени, чем за все раунды. Да это понятно. Ну потому что, блять, смысл Пиранессия не в бустах, а в том, что это им по карте. Аутсайд как бы хопит молодой. Ман хорош. Смотри, как он как бы хопил. А там за ним просто на дабл кто-то бежит. Так, нет, хоп чисто, тоже фейлится. Зачем он это сделал? Ушел бы спокойно. Нас сказку не наебать таким. Ой, сказку. Вы если рода не развести. Да, сказку мне кажется точно. Интересно, сказка упоется? А, вот, пожалуйста, флейм. Флейм падает, 6 минут. 6 минут. 3 раунда осталось играть. Да, это легкий камбэк будет, смотри. Мне кажется, они даже если бы кил написали в одном раунде, прям сразу на 3.50, они все равно выиграли бы. Да. Легчайшая получается. Получается, да. Не пошла у них страта на первых раундах, мне кажется, было бы поинтереснее, если бы они сделали хотя бы раз. Мне кажется, знаешь, там будут отмазки в стиле, да мы... один раз, да, потом. Пошел в жопу. Максон, а чё один раз сюда, я не в курсе. Так, пацаны лезут у нас на скалу. Тут вообще все по дефу. Блэйд будет брать, походу, веточку у нас. А, вон как берет ее. Спокойненько. Жека хмурит. Так, уходим. Так, ну там смотри, опять на ТРСП у нас двоих пацанов пресекают. Ещё можно флешечку дать какую-то интересную. Так, ну, прям не туда идет. Так, нормально. Поперли. Так, я... Вестер, хорошо. Поперли, на бейсе спокойно уходит. Вестер, у нас там чел остается на Т-респе. Ооо, флейм падает. Блэйд подходит сейчас на бейсе еще, наверное, сейчас двоих сделают, пацаны. Они не сделают. Бля, кто не смотрел за Прадо его сейчас, пиздец? Не-не-не. Чисто чел пытался залезть обратно на скалу с правой стороны. А, там тип упал просто. АКТшник упал в воду вообще за ним. Ууу, да нет, тут заливная, забей. Там еще чел у них в воде, блять, просто. Аутсайды кил, да, его. Просто заливная. Еще за коллега, а, это сказка. 40 километров. Что же еще уходит у нас? Слишком много. Меня удивляет, что вот... Да не, они в тильте, я прям вижу. Идет кап за капом, и каждый раз рофлят со сказки больше всего. Я всегда. Вот а хорош. Вот так вот топовый гусь просто так поднял хопчиком, да, чисто пробыхопил за всем. Кто верит? Смотри, что Блэйд делает. О, это нормально, Это мой любимый спот был раньше, когда на Квадпортале играл. Я помню, играл. Это Саня Миси занимал. Нормальная тема. Это, ну, потому что Саня Миси на Квадпортале играл. Это вообще просто излюбленный спот был раньше. Так, правда, СГСик, попёр, уверенно. Ай-яй. Я не знаю, кто такой сказка, и не хочу... Что, не хочу? Но уверен, что он бездарный утырок. Вот так вот. Бывает. Кстати, самое забавное, есть челик, вот говорят... Самое забавное, что он не хочет сказку, а тебя хочет. Да. Смотри, Прада, бухот. Вот так, побухотил парень. Вон трикс псих получается. Да. Сказка это примерно как Пепси на ФК. Чтобы ты понимал, есть, короче, чел Пепси раньше играл на десятке, очень жестко был. Я не знаю, кто такой. Скара, кто такой Пепси на ФК? На ФК это тут не знаю, как сказка на Ханаэте, примерно такой же парень. Да не, ну это я слышал. Ну нет, чем он знаменит?
Знаменитыми чеками, может быть, на байке? Тебе скину его. У Блейда топовый спот. Не, я представляю, когда бомба стоит на нижнем, на нюке. Он туда идет, говорит, парни, на верхнем. Это чисто сказка, если бы был классик игроков, я думаю. Так. Так, ну. Блейд просто вылетел на топового гуся. Да он просто вышел на него, забей. Типа он такой, ладно, не будем тянуть. Не, опять идут на мост. Опять не, они уже никак не выиграют, тут просто шок, тут слишком огромное. Да, даже если они возьмут 8 минут, они уже никак не выиграют. Сука, ты понимаешь? Что он делал? Я, сука, проиграю, пидорас! Найс, это войс, я только понял, блядь. Войс работает, Каю, да, брат? Смотри, они пытаются все равно сделать, хотя бы разок будет вообще сегодня у нас. Хорош. Со сказкой по-любому полетел, да? Да, сказка была. Так, гусь просто бы хопит. Я проиграю. Да вы просто. А что нам дальше, Фантом? Каска разбивается. В карту. Ой-ой-ой, печально. Вот так вот. Егор. Нажми на там, блядь. Сказка один. Какой раз первый сдох у меня вот вопрос. Нормально. Я не знаю, мне кажется, он первым постоянно умирает. Смотрите, я показываю. Смотрите, давай. Я показываю прикол показываю, Пусть смотрите, со мной. Смотри за этим, за жемчугом быстрее. Смотри. Димон, показывает прикол. Нормальный прикол его, типа. Так, еле зарубили, наконец-то, гуся у нас тут на Б. Да, такая было, себе каточка получилась. В Пиранессе все-таки. Я не знаю, зачем они взяли. Они думали, что вытащат за счет страты, которую я они надеюсь, не фейлили. Ну, такое. То я, блядь, читнул, скачал, что-то вот охуенно, блядь. Так, попёрли. У нас остался Liquid Flame, Outside. 2 минуты 35 на таймер. Тут уже, мне кажется, да. Чё кажется, тут уже, блядь, 100% никак не вывести. Ни этот, ни следующий раунд. Был бы Диддом против читеров, я думаю. Да, Диддом против, да, против Кози. Подопотно, я уверен. Да. Тут у нас на слайдике отсекал уверенно. А что если это специальный план пройти по нижней сетке, там просто соперники прошли? А, ну там реально тоже какая-то тема. Не встречаться с Хутлайн, бояться опять не выиграть против Джампа. Кажется, так и есть. Там упал пацан. Нет, я не так попал. Да, вопрос. Немножко умер Вестер. ХП закончилось, бывает. Смотри, как чел дальше уходит, просто прочитал, что в окне стоит тип. Ну это флейм как бы. Это Давид как бы. Вот так вот тебе СГСик попёрли, нормально. Мне напоминает что-то геймплей Инка, вот прям вообще один в один. Инк, кстати, должен был играть за этих, за читеров. А, Инк должен был играть за читеров. Да, что не играет. Он приехал в Киев, а Валёк не может выйти. Ты смотрел за Алсайдом потом или нет? Да. Одобряю. Это что за хуйня была? Да. Так. Тут сейчас найдут аутсайда, мне кажется. Он сейчас просто выходит на КТшника. Ой-ой-ой. Ну тут его еще ловят с другой стороны, тут уже никак. Да. Бывает. Легкие, как семечки. GG. Да. По-моему, они могут даже не играть этот раунд. Мне кажется, они могут просто на скилл побегать. Но я бы посмотрел, как они на скилл бегают или куда там они идут. А, они, может, на мост идут, слушай, первый раз. В себя поверили, пацаны. А, там уже все, там силы пошли. Зачем? Ну, легенькие, реально, семечки. Да. 25-3. Понимают, пацаны, что уже никак тут не взять игру. Ну что ж, мы поздравляем команду читерс с победой. Так, нахуй. 10 минут разницы, ну они там вот умерли все. Реально. Поздравляем команду читерс, они проходят у нас полуфинал верхней сетки. Они будут играть против хатлайна. Ну что можно сказать, пацаны? Да, Украине. Мне кажется, тут... Я не знаю, кто такой сказка. Одна из худших. Уверен, что он бездарный утырок. Ожидалось, как одна из лучших игр оказалась. Да, что-то вообще одна из худших. Хотя там сайт Challenge упал. Я не могу внести инфу. Но фишка в том, что проходит дальше у нас команда читерс.
Good game well played. Сеточка упала. Да, сеточка упала, там что-то сайт повис. Давайте мы выдадим поинты, да, ребятам, которые там ставили. Самое время выдать поинты, когда матчей больше. Отлично. Какие поинты? Так, нам нужно определить нашего победителя, кто забирает модерку сегодня. Итак, сейчас мы напишем топ. Кто там у нас в топе, пацаны? А, я не могу написать. Напишите топ кто-то в чате. Так это Джамбо, пацаны. Ну что, Джамбо уверенно встает модератором, поздравляем. Встает. Он же становится. Встает. Встал чисто Джамбо. Ладно, парни, что можно сказать. Короче, расписание будет чуть позже. Спасибо за донаты, спасибо всем, кто смотрел. Было весело. Но последняя игра не оправдала себя на самом деле. Так-то прикольно все было. Фантом, ты мне скажи, когда финал планируется? Финал, походу, послезавтра будет, наверное. Завтра мы сыграем полуфиналы, а финал послезавтра, наверное. Вот так. Mm-hmm. Да, так что завтра будет играть по-любому верхняя и нижняя сетка, будет полуфиналы, может даже финал, я не знаю, посмотрим. А дальше, короче, разберемся. Следите за сайтом, я потом скину инфу в Discord, что по поводу расписания. Да. Так что на созвоне. Спасибо всем, кто смотрел. Покедова, до завтра.